Sembrava iluminado, sembrava iluminado, sembrava iluminado e vital. Cacimbus que na margem, cacimbus que na margem. Добрый вечер, добрый вечер, земляне. С вами команда КВН ТБР. И как вы могли уже заметить, мы решили сразу подвязаться к теме космоса. И сейчас... Лаш, космос, Армстронг, невесомость. Сэк, ты что тупой? Ты на меня посмотри. Какая невесомость? Что, вообще никак? Ну, как сказать, раньше я вообще ползала. Ну, сейчас вот хотя бы и стою. Лаш, а давай как кирпичи. В смысле? Зажигай. В сургутском журнале «Выбирай» поменялся редактор. И теперь он называется «Отбирай» и «Отбирайка для начинающих». А сейчас, представьте, Елена Исинбаева в лифте. Девушка, давайте живее, я спешу. Секундочку. Не увидишь. Вот на днях видел уральских пельменей в пельмене. Но они нет, не подумайте, они не коня покупали, им пельмешек захотелось. А сейчас, представьте, Абрамович в магазине. Девушка, мне вот этот доширак, кока-колу, сникерс тот и пачку сигарет. Кто это? Олег Антонов. Это я, Роман Аркадьевич. А, Ромка, здорово! А, Абрамович? Да, это я. Что вам надо? Я хочу Аленку. А Аленку вот эту? Не, дай бог. Хочу шоколадку, Аленка. Шоколадку? Да, да. За 15 рублей? Да, за 15 рублей. А может какой-то элитный там шоколад возьмите золотой там? Понимаешь, мы так, блин, сидели на шоколадке. Деньги давай. Держи. У меня шоколадку Аленка за 15 рублей. Получите. Вот, возьми. Спасибо. Погоди, сдачу. Возьми. Себе забери. Я что, дурак, что ли? Ну. Затопленное тело. Распродажа! В магазинах цело. А сейчас представьте, в квартире у президента. Господи, я опаздываю. Мне нужно высушить голову. Дорогой! Да-да. Где этот переходник? Посмотри в углу, я в душ. В угол. О! Нашла. Так, господи. О! Не хочу вода, боже! Новости дня. Только что был выключен весь свет в Беларуси. А сейчас новости спорта. Сборная России по футболу снова проиграла чемпионат. Ему уже ничего не поможет. Вот и
завершилось наше выступление. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Лаш, ты как-то по-другому вышла. Я была в университете. И что? Я сдала все долги! Как на душе легко! Далее. Да. Понял. До свидания. Тёма, что ты делаешь? Он приземляется. Что? Нас зачисляют. С вами была команда ИТД.